Во дворце спорта «Триумф» прошли новогодние соревнования по самбо. За призовые места турнира поборолись более 300 юных люберецких спортсменов. Наша съемочная группа наблюдала за состязанием. Накануне Нового года они вышли на ковер, чтобы показать свои умения и результаты усердных тренировок. Для некоторых самбистов этот турнир стал одним из первых, поэтому подготовка к нему была особенная. Я занимаюсь самбо один год. Учат, как самому защищаться без оружия. Например, если на тебя нападает бандит с оружием, и так можно защититься от него. Нужно повалить противника, выйти в удержание и делать болевое, так, чтобы выиграть. Турнир проходит по упрощенным правилам самбо. Самые маленькие борются в партере. Главная задача – быстрее повалить соперника спиной на ковер и удержать его в таком положении. Такие азы нашего вида спорта, которые позволяют детям безболезненно проходить такой соревновательный опыт, впервые поучаствовать в таком мероприятии, ну и ощутить дух соперничества. Федерация самбо действует в Люберцах 2 года. За это время в округе открылось 6 спортивных залов для занятий этим видом спорта. На сегодняшний день федерация воспитывает более 500 волевых и смелых мальчишек и девчонок. Луиза Игазарян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.